Если же вы забыли ключи в машине, а машина закрыта, то у каждого автомобиля, прям в каждого автомобиля есть такая функция, как забытые ключи в машине. Просто вот заднее правое стекло, вам нужно поставить руку и чуть-чуть так силой протянуть вверх и потом вниз. Такой рывок. И просто можете открыть себе дверь. Спасибо, говорить не надо.